Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире. Генеральный консул Республики Западной Армении посетил Совет директоров АКБУ в Аргентинской Республике. Уроженцы Западной Армении Давид Казарян. Вопросы армян Западной Армении. Власти Баку запретили все гуманитарные перевозки по Берцовской дороге. ООН принял резолюцию о противодействии дезинформации и дискриминации. Азербайджанцы разрушили Халиварский мост. В связи с 200-дневной блокадой Арцаха в знаменитом концертном зале Парижа состоится культурный вечер. 14 июня 2023 года в Аргентине руководство АКБУ в лице казначея бухгалтера Даниэля Челингаряна, главного секретаря Хорхе Мигран Дик Татьяна, вице-президента Всеобщего благотворительного союза Армении Карлоса Тиграна Маркусяна был организован прием в честь генерального консула Республики Западной Армении в Аргентинской Республике Гильермо Караманяна и двух сотрудников консульства. В ходе встречи руководству представили деятельность Республики Западной Армении и предстоящие дальнейшие действия. Это большое достижение для Республики Западная Армения. Желаем, чтобы двери Западной Армении открылись перед всеми сынами из Западной Армении, поддерживая нашу патриотическую деятельность как в Аргентине, так и во всем мире. Уроженцы Западной Армении Давид Казарян. Давид Казарян родился 5 мая 1989 года в городе Веди Араратской области. Окончил среднюю школу номер 1 города Веди. В 2006 году поступил в военный университет имени Вазгена Саркисяна. В 2010 году окончил учебу в звании лейтенанта, поступив на службу в Арцах. Участник 4-дневной войны 2016 года, погиб во время боевых действий 44-дневной войны. Президентом Арцаха Арайком Арутюняном Давиду Казаряну посмертно присвоено высшее звание Героя Арцаха. Вестерн Армения ТВ продолжает изучать армянские украшения и их значение. Проект имеет важную миссию. В результате нашего исследования стало понятно, в современном ювелирном и серебряном производстве также встречаются украшения, изготовленные с традиционным армянским мышлением. Примечательны как древние украшения последних столетий, так и найденные украшения в ходе археологических раскопок, выполненные с необыкновенным вкусом. Сегодня есть необходимость координировать и объединить все украшения, которые возникли в древнейших культурах армянского Нагорья, демонстрируя их семантику, непрерывность и преемственность традиций. Благодаря имитации украшений всех периодов и созданию на их основе новых вариантов можно добиться высших результатов в области современного ювелирного дела. Власти Баку запретили все гуманитарные перевозки по Бердзорской дороге. После провокации Баку у моста Акари все гуманитарные, пассажирские и грузовые перевозки по Бердзорской дороге были запрещены. Как передают Армянпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха. 25 больных и их родственников перевозились из Арцаха в Армению Международным комитетом Красного Креста. Однако на незаконном пропускном пункте, установленном Баку на Бердзорской дороге, дальнейшее движение транспортных средств было запрещено, что вынудило их вернуться в Степанакерт. Отменена запланированная на сегодня перевозка пассажиров по неотложной гуманитарной необходимости, которую должны были осуществить российские миротворцы по маршруту Степанакерт-Гурис-Степанакерт. Также было остановлено движение грузовиков российских миротворцев, направлявшихся в Гурис с целью перевозки гуманитарных грузов. Власти Республики Арцах в очередной раз констатируют, что незаконный пропускной пункт, установленный Баку на Бердзорской дороге, представляет большую опасность и препятствие в вопросе обеспечения свободного передвижения между Арцахом и Арменией. Данный инцидент подтверждает наличие опасности и препятствий, равно как и создает дополнительную угрозу для крайнего ограниченного перемещения людей и грузов со стороны Красного Креста и российских миротворцев с целью обеспечения острых гуманитарных потребностей народа Арцаха. Власти Арцаха вновь подтверждают свою позицию о том, что немедленно и безоговорочно, без какого-либо вмешательства в Баку, должен быть обеспечен режим Бердзорского коридора, предусмотренный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, равно как и должно быть реализовано решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по этому вопросу, говорится в заявлении. Советом Безопасности ООН была единогласно принята резолюция, касающаяся толерантности и поддержания международного мира и безопасности. В документе подчеркивается, что страны-члены ООН выражают приверженность жизни в мире друг с другом, подтверждают необходимость международного сотрудничества при решении проблем экономического, социального, культурного, гуманитарного характера, передает News IM. Резолюция призывает Совет Безопасности ООН продолжить усилия, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов во всех регионах. Принявшие резолюцию 15 государств-членов Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность спровоцированной и риторикой ненависти и дезинформации, распространяемыми в том числе через социальные сети фактами насилия. В документе содержится призыв ко всем международным и региональным организациям публично осудить насилие, риторику ненависти, экстремизм, вызванный дискриминацией по расовой, этнической, половой, религиозной и языковой принадлежности.
Еще один культурный вандализм. Сайт «Мониторинг наследия Кавказа» опубликовал спутниковые фотографии, на которых видно, что азербайджанцы разрушили мост в Халиворе. Мост Халивор, или как его называют Халивор, находится в 2 километрах к юго-западу от села Мецтагир Гадутского района на реке Ишханагет. Согласно надписи на 7 строках, высеченной на камне, примыкающего к фасаду, мост был построен в 1835 году. Это один из 6 мостов, построенных на Ишханагете и притоках, 4 из которых охраняют и действуют. Мост Халивор словно был зеленым поясом Ишханагета. Данная зона связывает территорию Мецтагир через реку с селом Туми. Одноарочный мост с полуцентрическим сводом соединял скалистые берега реки. Его длина составляет 20 метров, ширина 3 метра, высота 9 метров. Ширина арочного проема 9 метров. Необходимо отметить, что мост отличается от других структурой и положением. Изготовлен из крупных и мелких необработанных кварцевых фрагментов с твердым известковым раствором. Государственная служба по охране исторической среды Республики Арцах. Правительство Западной Армении расценивает политику культурного вандализма бакинских властей как часть турецкой политики геноцида и завоевания территории, которая продолжается на протяжении веков. Данная политика конкретно направлена на четкого адресата Республики Западной Армении, признанной в 1917-20-х годах более чем 20 государствами. Об этой проблеме и ряде других проблем Западной Армении в лице президента Армена Акабрамяна заявляет с трибуны Комиссии коренных народов ООН. Последние доклады были представлены в заседаниях, состоявшихся с 5 по 9 июня 2023 года, которые мы освещали на нашем телевидении. С целью оповещения продолжающейся уже 200 дней блокады Арцаха 28 июня в 20:00 в известном концертном зале ГАВО Парижа состоится уникальный культурный вечер «Армения. Путь жизни». Об этом сообщается на странице Facebook посольства Армении во Франции. В ходе эксклюзивного вечера, организовано по инициативе посольства Армении во Франции, представительства Арцаха и группы «Друзей Арцаха», около 20 представителей французской интеллигенции, писатели, деятели искусства станут спикерами изолированных от мира арцахских армян, представят их нынешнюю ежедневную реальность, переживания на основе их писем. В ходе вечера прозвучат музыкальные произведения в исполнении известных деятелей искусства. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!